Начальник управления Госпотребслужбы в Харьковской области Александр Тертышник уволен. Смену руководства требовала губернатор Юлия Светличная. На своей странице в Фейсбуке она написала, что сотрудники отдела, которые должны были бороться с коррупцией, сами стали организаторами преступных схем. Речь идет о руководителе одного из подразделений Артуре Кулькине. Его поймали на взятке, и, как выяснилось, Кулькин был одним из участников большой коррупционной схемы областной потребслужбы. Сразу после его задержания глава обладминистрации обратилась к председателю Госпотребслужбы Украины с требованием провести расследование и уволить руководителя областного управления Тертышкина.